Что такое пищевой пластик и с чем его едят? И может ли фильтр защитить от пули? Ранее мы рассказывали вам, как устроен лучший фильтр внутри. Но вот вопрос, из чего он сделан снаружи, остался открытым. Из чего, из чего? Ясное дело, из пищевого пластика. Правильнее сказать, не пищевой пластик, а пластик, допущенный к контакту с пищевыми продуктами. Действительно, а то пищевой пластик звучит так, как будто его можно есть. Вот передо мной некоторые водоочистители и их детали. Все они сделаны из пластика, но все разные. И на вид, и на ощупь. Что же мне открытие? Суть-то одна. Пластик, он и есть пластик. Просто одни прозрачные, другие нет. На самом деле, в зависимости от того, какими свойствами должна обладать конкретная деталь, для нее выбирают тот или иной пластик. Пластики делают из полимеров. Полимеры — это вещества, молекулы которых представляют собой длинные цепочки, состоящие из одинаковых повторяющихся звеньев — мономеров. Разные звенья — разные свойства. Самые простые детали, от которых не требуется прочность и богатый внешний вид, делают из полиэтилена или полипропилена. Но если от детали требуется повышенная прочность, например, для корпуса, работающего под давлением, для него тоже используется полипропилен, но уже не простой, а стеклонаполненный, армированный стекловолокном. Это что ли как арматура в железобетоне? Верно, но если изделие будет работать в горячей воде, то надо использовать пластик, сделанный из совсем другого полимера, полиамида, и тоже стеклонаполненного. Для деталей, которые должны отличаться и точностью, и прочностью, используют полиоксиметилен, конструкционный материал. Он на вид и даже на ощупь сильно отличается от полипропилена. Другое дело, когда нужна эластичность и мягкость. Ты говоришь, резина. Это некоторые думают, что это резина. Но это тоже пластик. Такие пластики называют эластомеры. Ну а когда важен внешний вид, а не прочность, используют пластик АБС. В его состав входят сразу три вещества – акрилонитрил, бутадиен и стирол. Отсюда его название – АБС. Звучит страшновато, но поверьте, абсолютно безопасно. Для корпусов кувшинов используют полистирол или поликарбонат. Похоже на стекло, но не такое хрупкое. Хотя… Все равно бьется. И этот бьется. И этот. А, в ушах звенит. И этот. Это какое-то чудо. Каши мало ел. Похоже, все дело в классической форме. Ладно, пусть живет. Хотя… Ну что, вы правда поверили, что кувшин Прованс неубиваемый? И правильно сделали. На такое дело надо было брать дробовик. Но это не потому, что у него классическая форма, а потому что сделан он из новейшего материала тритана. Он кристально прозрачен, экологичен и очень прочен. Из него делают даже бутылочки для маленьких детей. Они безопасны и в химическом, и в физическом плане. Так что кувшин на моей кухне будет воду фильтровать, и пуля, если что, остановит. Бьется. Не тритан. Так что подписывайся на наш канал YouTube. Пей, не робей. И пей, не робей. Хорошая желешка.